Хочешь смеяться до отключки? Заходи на канал Глюка. Куча веселых видео по Happy Wheels, GTA 5 и Майнкрафту. Олдскульные игры и также немного веселого неадеквата. Ссылочка в описании. Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в субботнюю серию Пиксельмона. Да, наконец-то выходные. Ура! И, ребята, сегодня мы продолжим искать, ловить и также прокачивать наших покемонов. Но что самое главное, сегодня у нас в серии будет топ-5 каких-то там покемонов, зависимо от которых вы выбрали. Да, ребята? Но перед этим не забываем ставить лайки. Я даю вам слово, то, что если сегодня, суббота, мы наберем 1200 лайков, то завтра, в воскресенье, еще один выходной, выйдет еще одна новая серия Пиксельмон. Поэтому, ребята, не поленитесь одну секунду, чтобы поставить лайк, но вы также завтра сможете увидеть новую серию, потому что каждый лайк для меня очень важен. Честное слово. Также не забываем подписываться на мой канал. Подписчики, вступайте в нашу, точнее, новые подписчики, вступайте в нашу большую дружную семью. Я буду также действительно очень рад, если вы подпишетесь, потому что каждый подписчик для меня друг, с каждым подписчиком я пытаюсь общаться. Да, ребята, а сейчас мы будем приступать к нашей серии. Ну что, ребята, что вы выбрали? Какой топ-5 покемонов у нас будет в этой серии? Много людей проголосовало за то, чтобы у нас был топ-5 легендарных покемонов. Ребята, я сразу же скажу, не расстраивайтесь, те, кто писали топ-5 летающих, топ-5 сильных, слабых. Ребята, пожалуйста, ваша очередь еще дойдет. Просто много людей проголосовало за топ-5 легендарных. Но если вам нравится такая мини-игра, если вы хотите видеть ее как можно чаще, ребят, пожалуйста, я для вас, для своих подписчиков буду делать. Все, что вам нужно, это просто написать в комментарии, мол, там, Эдисон, когда топ, или там, допустим, поставить лайк, потому что если мы наберем там нормально лайков, я увижу и действительно сделаю топ хоть каждую серию, ребята, для вас специально. Поэтому не расстраивайтесь, ваш топ еще, надеемся, придет и поучаствовать в нашей серии. Ребята, 4, точнее 5 мест. Вы должны написать в комментарии ваш топ 5 самых крутых легендарных покемонов. Неважно, самых крутых, самых красивых, самых сильных. Просто напишите в комментарии топ 5 легендарных покемонов. То есть, кто у вас на первом месте? Допустим, Мьюту на первом, на втором там Райкваза, третьем Грудон, четвертом Кьогр. Ребята, это ваш топ-5, пишите. И вы знаете, как это все делается? Потом я буду суммировать голоса, и тот покемон, который наберет больше всего голосов, попадает на первое место. Тот, кто на втором месте, на второе, на третье, соответственно, на третье. И так далее. Поэтому, ребята, не поленитесь, действительно пишите свой топ. Я сразу, ребята, вот специально для вас я хочу сказать большое спасибо, потому что вы не ленивые задницы. Вам все-таки не лень взять и написать комментарий. И только благодаря вам эта рубрика мини-игр продолжается, потому что вы действительно прям так устойчиво пишите комментарии, мол, Эдисон, я хочу там топ-5 того. А когда наступает топ-5, вы просто берете и действительно пишите свой топ-5 без каких-то задних мыслей. Может, мне так лень, лучше я ничего не буду писать. Поэтому я действительно за это хочу вам сказать спасибо, то, что вы не ленивые задницы, еще раз повторюсь, и сможете все, и можете написать свой топ-5, да, ребята? В принципе, за сколько я уложился, чтобы за 3 минуты, чтобы приветствие, за 3 минуты, чтобы объявить новый топ, фу, у нас еще целая серия впереди, поэтому, ребята, лайк за то, что мы успели за 3 минуты это все сделать, в принципе, без каких-то либо задержек. Все, больше к этому мы возвращаться не будем. Кто у нас есть? Смотрим на нашу команду. Все-таки, как я понял, да, ребята, спасибо, кто написал то, что Кирлиа у нас мальчик. Соответственно, если исходя от этой ситуации, он не сможет эволюционировать на 30 уровне. Он сможет эволюционировать только с помощью Даунстоуна. Поэтому, ребята, сейчас мы идем и попытаемся его найти. Я надеюсь, все-таки он у нас есть, потому что не Даунстоун, мне кажется, а наоборот, наоборот, вот этот. Даск, да. Рассвет и закат. Даскстоун. А поэтому мы попытаемся его эволюционировать. Иви у нас будет желтионом. Если Иви у нас будет желтионом, значит, возьмем Тандерстоун. Сила нужно прокачать. Сваблю в первую очередь сейчас мы, ребята, будем прокачивать. Почему? Потому что Сваблю нам нужен как летающий покемон. Это она. Она нам нужна как летающий покемон. Поэтому, чем быстрее мы ее прокачаем, тем быстрее мы сможем путешествовать очень быстро по миру.
Ребята, что нам можно выкинуть? Что нам можно выкинуть, что нам сейчас не нужно? Потому что хлама у меня, как всегда, куча. А у нас там шарик какой-то есть. Эрбалун, балун. Его можно сюда поставить. И больше вроде ничего, да? И там у нас блоки. Это просто нужно рассортировать все по нужным местам, чтобы это не валялось у нас в инвентаре. Вот так. Что нужно поставить сюда? Редстоун у нас тут есть. Больше ничего, да? Хлам. Хлам это. Ну, яблочко, конечно, не хлам, но все же мы его выложим туда. Все. Тут у нас еще что-то осталось. Осталось. Вот так. Вот сейчас, ребята, мы, в принципе, все забрали. Нам осталось рассортировать все вот это. Мы положили. Какая-то, не знаю, что это такое. Да не знаю, как даже это назвать. Персин какой-то, или как это там было написано. Принц Персии, короче. Сейчас, ребята, мы идем поспим, чтобы рано. Или даже не будем идти спать. Зачем нам идти спать, если ночью у нас может заспаться Кьогр и Лугия, да? То есть башкой же нужно думать. О, мы в рай. Рай покемонов идем. Я надеюсь, ну, в этой серии тут не прям такой большой рай, как был в предыдущей серии, когда тут было прям пуполяна. О! Не успел я прийти, ребята, когда уже тут дожидается шайни Волторб. Что круто, у нас даже обычного Волторба нету. И рано или поздно, мне кажется, я бы его словил. Но сейчас мы дошли шайни Волторба. Это еще круче, ребята. Не успели мы прийти. Экспешер как... А, вот Экспешер. Экспешер, значит, сюда поставим. Лакеч, ребята. Нужно прокачивать Сваблю, как я сказал. Только, конечно, мы Сваблю саму не будем прокачивать, потому что она не такая сильная, чтобы таскаться с 40 уровнем Фералигатором, да? Вот так. По чуть-чуть. Да ты что, издеваешься? Еще один шайни. Я, конечно, ничего против не имею, только этот шайни у нас уже есть. Хотя нет, нам его нужно словить. Я только сейчас вспомнил. Если мы сейчас словим Слоубро, у нас будет шайни Слоубро. Капитан прям очевидец. Но не забываем то, что у нас в компьютере есть еще один Слоупок. А не забываем то, что у Слоупока две ветки эволюции. Мы можем стать Слоубро... И мы можем стать... Опросик, напишите, в курсе ли вы, кто еще... Какая еще бывает эволюция у Слоупока? Проверим ваши знания, ребята. Напишите. Потому что все-таки, да, у Слоупока две эволюции. И хорошо, что я его сейчас все-таки додумалась, моя башкенция. Ну, пожалуйста, ну словись. Я не хочу его убивать, но если это так получится, то я, к сожалению, ничего не смогу сделать. Ну, чуть-чуть я его стукнул, еще чуть-чуть я его стукнул. Кирлия, пожалуйста, не убей его. Пожалуйста. А, она спит, все. Засыпайте, детишки. Так, ждем и надеемся, то, что мы его сможем словить. И если да, это будет вообще круто. Пожалуйста. Я не хочу на тебя терять 5 минут. Да, круто. Ребята, поздравляю вас всех. У нас сейчас будет... Ой, что я вообще... Да ты что, зараза, издеваешься? У нас сейчас вообще будет два слоупока. Два шайни слоупока, что самое главное. Нестиплот. Не хочу я Нестиплот. Не хочу я Нестиплот. Нам нужно, еще раз, ребята, третий раз скажу, как можно быстрее прокачать Сваблю. И ждем, может, этой ночью у нас кто-то тут появится, какой-то Кьогр, какой-то, да, ты очкастый, солнце, да, прям светит посередине ночи, ах, как светит. Шайни, шайни, вылезайте, или шайни, или боссы, нам как-то сейчас уже до одного места. Мы, ребята, мы не успели прийти на этот остров, мы уже нашли двух шайни, ну, разве это не круто? Разве это не круто? Чё-то много тут фералигаторов вот этих. Ну, нормально, 47 уровень, в принципе, много опыта даже. Практически с одного удара, офигеть. Пум, 5000, чтобы вот так. Еще один. 5000 опыта с одного фералигатора. Не убивай нас, пожалуйста. Я понимаю, что мы, в принципе...
А огненный, конечно, против водного. Ну, ладно, давайте выйдем, ребят. Сейчас мы его уже... Ага, круто. Да твою мать! Еще один Суикун? Или это Лугия уже? Ну, вряд ли Лугия тут сможет заспавниться. Да твою фуражку! Ну почему? Ну почему? Я не хочу Суикуна! А вдруг это... вдруг это Шайни Суикун, да? Размечтался. О! Я быстрее нападу на босса Двибла, чем пойду еще увижу одного легендарного покемона Суикуна. А, зараза, 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 зараза. Ребята, на... Суикун... О! Ну, хотя бы эволюция. Суикун, походу, нас реально прям вытраливает до последнего. Это какой уже раз, что Суикун спается. Это вроде третий Суикун за этот сезон. Я не представляю, зачем он нам столько раз нужен, но... В биче. Он в бич-биом заспанился. Ну, в принципе, по идее, только тут, потому что... О, Драгон Бриф. Драгон, вот так. Потому что, в принципе, мы сейчас находимся тут, и тут больше я нигде никаких островочков не вижу. О, зачем я его Эмбером ударил? Я больше тут никаких островов не вижу, поэтому вряд ли... Хотя, у нас были такие ситуации, когда Лугия... не Лугия, а когда Райква заспавнилась там за 35 тысяч блоков где-то в другом конце карты. Что самое главное, мы находились посередине пустыни, она спавнилась где-то в Sunflower Plains, ну, посередине... ну... Много серий так уже назад. Где-то она спавнилась... О, еще один там босс вроде, мне кажется. Где-то она спавнилась там в Sunflower Plains, хрен его знает, на другом конце карты. Иди, иди, Эдисон, ищи. Где-то в другом конце карты Райкван. О, вот там Суикун. Спрятался, заразеныш. А, Суикун, может нам с тобой сделку заключить, чтобы ты больше никогда не спавнился, а вместе... А вместо тебя спавнилась, я не знаю, хотя бы Лугия. Хотя бы, да. А ты зараза, зараза. Но зато наш Суикун тебя порешает вообще на мелкие кусочки. Даже с нашим Суикуном... Ну, я надеюсь, то, что порешает. С нашим Суикуном даже вообще не нужно иметь никаких дел. Так, вот так. Ударили? Во! А Хуйдун тебя вообще покрошит, покрошит. Прям голыми руками. Так, больше никого. Все, убили. Убили, ребята, мы убили легендарного покемона. Как мы могли? Это реально рай покемонов, поэтому я вас попрошу очень внимательно смотреть на задний план. Потому что если там заспавится какой-то нереальный уровень, или нереальный босс, или или шайник какой-то, сразу, ребята, кричите в комментарии, мол, Эдисон, там такой крутой покемон был, а ты его пропустил, как ты мог, да? Потому что мне самому будет интересно, кто это был. Шар... Твою нафиг. Там Зоруарк, да? Я вижу на... Ой, зачем я его этим ударил? Там Зоруарк. Я вроде так увидел. Ну, по идее, он нам нафиг не нужен. У нас есть Зоруа, которая ожидает нас в компьютере, когда мы ее возьмем. Поэтому ничего там такого особенного нету. Ну что, ребята, пока эти покемоны еще не пропали, потому что настало утро, а утром... Ух ты, ни хрена себе. Настало утро, а утром... Утром вот такие крутые... Почему я его ударить не могу? Вот. А утром такие крутые покемоны пропадают, потому что у них... Там еще один! Это красный босс Лоупок! Вроде. Потому что спавн этих покемонов только ночью. Да почему я тебе... Я понимаю, что ты очень крутой, но дай мне тебя чем-то ударить, а? Или иди ты нахрен. Просто иди ты нахрен. Я буду... Это босс? Просто солнце так светит! Красный босс! Не каждую... Это шайни там... Шайни. Шайни, ребята. Там шайни еще один. Фюрет. Охренеть, мы тебя долго бить будем. Офигеть, мы тебя долго бить будем. И что самое противное, то что я его... Там еще один... Еще один шайни слоупок. Что самое хреновое, что самое хреновое, то что у нас Хуйдум мертв. Хуйдум у нас мертв. Я не знаю сейчас, что делать, потому что он сейчас убьет наших всех покемонов. Когда он это сделает, то я не смогу вызвать Хуйдума в бой.
Потому что на него наложена вот эта атака, которая прям, ну, запрещает ему, можно так сказать, чтобы мы на него... О, и что мне сейчас делать? Он убил всех наших покемонов. А, как меня это бесит. Там Шайни был. Твою мать. Я вернулся, зараза. Как меня это бесит, что вот эта фигня не продумана, она реально очень не продумана, ребята. Когда, например, ты вступаешь в бой с каким-то покемоном, и на одного покемона накладывается какое-то умение, то, что ты его не можешь вызвать, и босс убивает всех твоих других покемонов, что тебе остается делать? Ничего, потому что ты не можешь... О, еще один босс. Экспешер выпал, офигеть. Офигеть, еще один босс. Ребята, вы в курсе, то, что это первый экспешер за целый сезон? Мы на начале сезона его вообще никак выбить не могли. Вообще никак. До этой серии мы никогда с босса не выбывали экспешер, ну, в этом сезоне. Офигеть. Ну, что самое главное, вот этот баг, ребята, меня очень сильно раздражает. Там еще один Шайни сзади. Вас этот баг не раздражает, потому что, ну что делать? Что остается делать, когда босс убивает всех твоих покемонов? А одного покемона последнего ты не можешь вызвать. То есть, у тебя нет... Корфиш. А, у нас уже есть еще один Шайни, охренеть. У нас, то есть, нету выбора. Что нам делать? Ты не можешь вызвать своего покемона, чтобы убить другого. И другой покемон тебя тоже убить не может. Потому что ты не можешь вызвать своего покемона, чтобы вступить в бой. И ты даже не можешь убежать с этого поединка, потому что это все-таки босс-файт. О, нифига себе. Это все-таки босс-файт, и с босс-файта ты не можешь сбежать. И вопрос, что нам тогда вообще остается делать? Ребята, мне кажется, ли этот остров какой-то забаганный? Вам так не кажется? Куча шайни, куча боссов, что самое главное, круглые сутки большие уровни, которые мы убиваем одного босса или одного большого уровня, а на его месте спавнится два босса или два больших уровня. Офиг, это реально рай покемонов, ребята, может все-таки разработчики действительно добавили рай покемонов, а нам не сказали, а я его сейчас нашел, может такое и быть. Еще один босс. Знаете, до чего мы уже дошли? То, что возле нас бегают шайни, которых мы просто не ловим и даже не смотрим на них, потому что мы их уже давным-давно словили, и они нам уже просто не нужны. До чего мы зажрались в какой-то степени, да? Офигеть. Еще один босс. Вот, ребята, Азумарил босс. О, Панита, нифига себе, это большой уровень. Азумарил босс. Корфиш босс. Они просто бегают, и мы на них даже не смотрим. Офигеть. Так. Так. Есть еще тут Сквиртл. Лучше бы ты Шайни был. Не босс, а Шайни. Извиняюсь, ребята, перепутал. То, что я говорил, Корфиш босс. Не босс, а Шайни. Так же, как и я зумарил. Суйкуша, порешай. Порешай эту ситуацию. Так. Кто? 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 Кто следующий? Кто следующий будет боссом или Шайни? Мы ждем, мы ждем. Или у вас небольшой перекур, ребята. Они все-таки, ну, им тоже нужно хотя бы немного отдохнуть. Так долго, так много спавнит Шайни, так много спавнит боссов. Dragon Pulse. А, вот это давайте. Тоже чуть-чуть нужно отдохнуть, но мы им не дадим этой возможности. Мы все-таки сейчас еще немного поищем. Если будет какой-то босс или будет какой-то шайни, мы, конечно, его убьем. Если нет, то уходим с этого... Ух ты! У нас алтария 48 уровень, то есть еще два уровня, и по идее мы ее уже можем выкладывать. Поэтому, если у нас получится ее сейчас прокачать... Да, еще два уровня, я думал, просто мы ее сейчас уже докачали. Нет, еще ровно два уровня, и мы ее, ребята, будем выкладывать. Ну, или не будем выкладывать, потому что на ней нужно нам летать, как-никак. А мы, точнее, возьмемся за другого покемона. Или даже эволюционируем просто Кирлию. Кто? Ребята, давайте, давайте, колдуйте, сидите перед... Нет, мне, наверное, показалось, я где-то звездочки вот эти задницы увидел. Мне, наверное, все-таки просто показалось. Ну, ладно. Шайни на эту серию в какой-то степени уже хватит. То есть их уже столько было, что... Офигеть. Офигеть. Ну, давай. Давай, пожалуйста, последний уровень. Последний уровень. Алтария. И ты свободна.
и можешь идти гулять, куда тебе хочется. О, во-во-во-во-во, снайперский прицел! Попали, круто. Круто мы попали на ТВ, или как там эта песня, не знаю. Кингер, все, 50-й уровень Алтария, и мы ее качнули, что самое... Краби, Шайни, которого у нас нету. И которого мы сейчас ловим, потому что у нас просто нету Краби, обычного. А это еще Шайни. Пополнение, ребята, у нас большое пополнение сегодня в компьютере, в команде вообще покемонов. И куча действительно боссов. Милтанг, может ты боссом хочешь стать или нет, не хочешь? Никого, нет, никого. Милтанг. Здоровый такой, здоровый такой. И все, я думаю, что вряд ли мы уже кого-то сможем найти. Хотя хрен его знает, честно. Кто еще сможет заспавниться, никто не знает. Если столько покемонов за одну серию спавнится. Ну, в принципе, все. Действительно, ребятам, наверное, нужно уже отсюда уходить. Давайте мы еще эволюционируем Кирлию, пока это все будет происходить. Вдруг еще какой-то босс или шайни заспавнится. А может, нам действительно не вот этим нужно, а я действительно, может, перепутал. Может, Даунстоуном нужно, а не Даскстоуном. Просто я не помню. Честно, ребята, хоть убейте, я не помню. Или Даун, или Даск. Доун. Даунстоун. Да, извиняюсь, ребята, перепутал. Я уже сейчас представляю себе в голове то, что, как вы там на начале серии кричали. Эдисон, ты сначала подумал на правильный, тебе нужен Даунстоун, а ты потом поменял на Даскстоун. Как ты мог? Как ты мог? Но все же, ребят, нифига себе, как она танцует. Он, это мальчик, да. Хоть и выглядит как девушка, носит юбки, но мальчик так мальчик. Галет. Ну, тоже, мне кажется, прикольный покемон. Так. Ребята, это шутка. Смотрите, кто там. Вот там. Кто это такой? Это очередной Shiny Slowbro, который нам уже сегодня встречался раза так 3-4 в этой серии. Да. Ух ты, прям какой мощный. Прям мощный, глаза, конечно, укуренные немного, но сама структура мощная. Ну, прикольно, мы тебе еще девушку найдем, да. Да уйди ты, жердяй, хоть он и тонкий, как спичка, но пройти не дает. Мы ему еще девушку найдем, да, в какой степени, мы же еще одного Ралца словим. Сейчас постараемся, чтобы Ралц... Шайни! Чтобы Ралц был... девушкой, да, чтобы мы сделали Гардевуар. Как многие потом кричат в комментариях, не так, какой Гардевуар, там я учил там французский 35 лет, я знаю, как правильно разговаривать, какой Гардевуар, если оно правильно так читается, ребят, откуда я могу знать, как читается, я не учил французский, я не могу знать, поэтому не нужно мне тут лекции читать. Я о том, то, что все, ребята, финальная отдышка, передышка, и мы на этом, наверное, уже можем заканчивать эту серию. Давайте быстренько, методом ленивой задницы, тут 2 метра пробежать, я тпхаюсь домой, посмотрим, кого мы словили в этой серии. Конечно, у меня тут это все перепутанное, но мы словили Slowbro, мы словили Shiny Slowbro, что самое главное, мы словили Shiny Krabby, мы словили Shiny Plusla. Вот, Shiny Fury это у нас уже есть. Многие, наверное, написали, а Эдисон-то был... Эдисон-то был Shiny Fury, ты его пропустил. Нет, ребята, я знал, что он у нас уже есть, потому что мы его ловили. И также мы словили Shiny Волторба, ребята. И убили около так 3-4 боссов. Офигеть. Краудаун. Ах, круто, ребята. 3-4 Shiny за одну серию. Мы не могли... Было такое время, когда мы не могли найти одного шайни за 30 серий. Сейчас мы находим 4 шайни за одну серию. Офигеть. В принципе, ребята, на этом мы действительно, к сожалению, будем заканчивать эту серию. Но не расстраивайтесь, ребята. Завтра у нас воскресенье. И если вы хотите еще одну новую серию Пиксельмона завтра воскресеньем на выходных, еще расслабиться, ребята. Вы знаете, что делать. Потому что если мы сегодня за этот день, за субботу, к вечеру, к ночи наберем 1200 лайков, я даю вам свое слово, то что завтра выйдет новая серия Пиксельмона. Да, ребята,
Каждый лайк для меня действительно важен. Также не забываем подписаться на мой канал. Каждый подписчик для меня большой друг. И с каждым подписчиком я хотя бы стараюсь общаться. Поэтому вы также можете оставить свои комментарии под этим видео. Когда я смогу, я прочитаю, также на них отвечу. Поэтому, ребята, не поленитесь. Секунда, чтобы подписаться. Но за эту секунду вы действительно сможете сделать меня хотя бы немного счастливой. Также не забываем участвовать в нашем топ-5. Кто не знает, в этой серии у нас был объявлен топ-5 легендарных покемонов. Как я сказал, покемонов. Просто нос немного забитый. Простыл и фиг его знает. Извиняюсь, ребята. Топ-5 легендарных покемонов. Поэтому не поленитесь и напишите в комментарии топ-5 ваших любимых, неважно, сильных, красивых или еще каких-то, просто любимых легендарных покемонов. Да, ребята, давайте заканчивать, а я сейчас задохнусь, дышать не могу. Реально, простыл, офигеть. Поэтому, ребята, не поленитесь. Честное слово, и в следующей серии мы посмотрим, какой топ-5 вы выбрали. Да, ребята, мы подведем итоги этого мини-режима, который был объявлен в этой серии. Ну что, ребята, еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Если вы досмотрели эту серию до конца, то еще большое, еще больше спасибо, потому что вы не перематывали, ничего не делали, а взяли и досмотрели серию до конца. Ребят, еще раз большущее спасибо, всем удачи, всем пока.